Всем привет! Должно быть, я только что выпустила несколько видео про мои голодания, и мне вот сейчас, когда я уже выхожу из голода и немножко начала есть, пришла идея снять видео о том, что именно я ем и какие у меня ощущения, потому что вы не представляете, насколько еда сейчас для меня другая, вкусная, и съесть какой-то один монопродукт, это так невероятно, вот об этом я хотела вам рассказать, ну, в общем, все мои впечатления и заметки, которые происходят. Плюс ко всему, уже несколько дней проходит, а я замечаю, что у меня жора нет, потому что ранее, когда я голодала, у меня постоянно было после голода дикое желание съесть абсолютно все, неважно, полезное это или не полезное, а я голодала для того, чтобы быть здоровее, зачем мне есть после что-то неполезное. И в итоге, сейчас, когда я выхожу, я хочу поделиться тем, как это происходит, тем более, что голод у меня был очень длительный, это 18 суток. Кстати, еще буду вам рассказывать насчет моего веса, ну, пока что ничего не изменилось за эти 4 дня. Я как была, так и остаюсь, пока ничего не меняется. Я на голоде скинула и стала 43 килограмма. Вот сегодня утром я взвешивалась, я тоже 43 килограмма. И плюс из них еще 5 я была на сухом голоде, то есть сначала 5 дней я была на воде, потом 5 дней я была сухой, а потом остальное уже добивалась на воде. Сейчас у меня здесь вот манго, я его так порезала и в стакан сложила, потому что у меня здесь ничего нет. Я в центре голодания сейчас нахожусь, вот послезавтра я отсюда уезжаю, я уже начала есть. И так как я начала это видео сейчас только снимать, потому что я понимаю, что это интересно. Я вам просто расскажу, что я делала в первые дни. Первые 2 дня я пила апельсиновый фреш. Почему апельсиновый фреш? Выход из голода – это очень важная вещь. В зависимости от того, как плавно и хорошо ты будешь выходить, и когда ты это будешь делать, зависит от того, будешь ли ты ходить и очень много есть, и будешь ли ты потом переедать. Я решила, что я просто хочу апельсинового сока. В первый день я взяла апельсиновый сок, вот столько. Остальное была вода. Это был первый. Я потихонечку попила. Затем я просто увеличивала концентрацию. Но, честно, этот апельсиновый сок был настолько вкусный для меня, что, в смысле, он был слишком насыщен вкусом, что когда я разводила его наполовину с водой, это было абсолютно вкусно, и мне не нужно было совершенно, чтобы было больше сока. После питья там немножко апельсина и вода. Я себя чувствую просто опьянённо, ошарашенная. 18 дней не ела, ничего такого. И сразу как-то эта сила возвращается прям моментально. Видимо, глистики такие, уху, мы победили, наконец-таки. Так я пила 2 дня. Первый день литр, второй день 1,5 литра. Я разбавлялась водой, так целый день пила. После сока мне кушать вообще совершенно не хотелось. Да и сейчас не скажу, что у меня есть какое-то прям желание кушать. Я вышла на 2 дня раньше, чем должна была бы. Почему? Потому что голова моя. Мне очень захотелось, я начала смотреть разную еду, мне начали выдать все рецепты, мне стало это все очень хотеться. И я знаю по своим прошлым голоданиям, у меня их было немало по 7 дней ранее, что если вот это вот все начинается, а ты все равно держишься и держишься, то потом начнется большой срыв. И ты выйдешь неплавно, и потом будешь очень много кушать, и твое голодание принесло пользу, а потом принесло вред. Так что зачем нам это надо? И вот сейчас на 18 сутки почувствую, что мне уже вот реально хочется чего-то, вот вкус. На самом деле, вот именно и кушать мне совершенно не хотелось. Телу это, оно могло еще поголодать. Вполне. Сила и мощь какая-то в мышцах начала возвращаться на 3-й день, то есть вчера. Мы поехали в город, сначала я выпила опять апельсиновый свежевыжатый сок, а потом в кафе я попросила гаспачо, только гаспачо а-ля веган и выход из голода. Там были помидорки, болгарский перец, сельдерей и огурец. И все это было взбито сильно, ну, в блендере, получается как смузи из этого всего. Без соли, без специй, без масла, вот все, вот это я все попросила не класть мне. В общем, просто налили в тарелку, я его поела. Это было, конечно, тоже очень вкусно, но не сравнится с помидором, который я съела сегодня не так давно, на самом деле. А потом вечером была клубника.
Заехали на местный рынок и взяла немножко фруктов разных, вот манго и клубника. И клубника, это было просто что-то. Настолько вкусной клубники в моей жизни еще не было. Когда ты голодаешь, рецепторы сильно очищаются на языке. И плюс еще ты забываешь вкусы, и они как будто новые для тебя. Когда я ее надкусила, это было просто... Посмотрите. Я очень быстро ей наелась. Понятно, что у меня желудочек сузился, он маленький, и сейчас я очень хочу его не расширять, постараться держать вот эти маленькие порции, кушать маленькое количество. Хотя я привыкла в жизни кушать, наоборот, большими порциями и редко. И держу часто интервальное голодание. Я знаю, что мне сейчас будет в этом плане сложно, потому что хочется много разных вкусов. Но если ты их хочешь, а желудок маленький, значит, надо будет много раз за день покушать. Но ничего, я думаю, что лучше маленькими порциями. Сейчас вот мне так хочется. Пока желудок как-то сильно сузился, и я наедаюсь буквально вот столько, сколько вот в горсточке. Вот это все, я наедаюсь просто вот, мне хорошо. Интересная метаморфоза, которая со мной произошла после этого голода, когда я стала есть клубнику. Мне попадается следующая ягодка невкусная, какая-то она была немножко мятая вся, и я ее надкусываю. Нету вот этого прекраснейшего вкуса никакого. Я ее просто откладываю и не стала есть. Ранее я всегда съела бы все просто, потому что она есть в тарелке. Ну, может быть, там какую-то гнилую я бы не съела, а так, ну нет немножко вкуса, ну и ладно. Я теперь этого есть не буду просто. Если что-то будет у меня в тарелке, что мне не нравится по вкусу, что не дает мне наслаждения, зачем я это вообще есть буду? Я знаю, что я могу не есть вообще, в принципе. Зачем я это буду есть? И вот пока я ела эти несколько ягодок, и мне попалось, я их просто отложила, вообще со спокойной совестью. Вот как-то так это у меня поменялось. Я этому очень рада, потому что сегодня утром здесь, в центре, мне уже дали тоже морковный фреш. Не фреш, а смузи. Просто морковный смузи, и все. И вот я его пью, и я понимаю в какой-то момент, что я I'm full. Done. Все, это конец. У меня заполнился желудочек мой маленький. А там всего вот меньше даже. Вот так вот. И все, я его не допиваю. Просто зачем? Мне уже хватит. Я думаю, что это потому, что я, во-первых, очень хорошо, правильно, ментально подготовилась уже к голоданию, этому длительному. Я очень хотела голодать, и когда я почувствовала, что вот уже хочу есть, я начала потихонечку, и главное, потихонечку. И, конечно же, абсолютно все сырое. И сейчас, после этой клубники, я поняла, что вот пока они такие чистые рецепторы, я могу их не портить. Я могу есть фрукты и овощи целыми, и это очень вкусно на самом деле. Я знаю, что раньше я бы, ну да, я это слышала, но я так не воспринимала это. Ну да, я думаю, это правда, наверное, люди голодают и знают, но как бы, а я буду все мешать, потому что так вкуснее. Вот серьезно, если прочистить так сильно все это, то, блин, вот просто у меня манго здесь, я пока чистила, я косточку поголодала. Это капец как вкусно. Мне больше ничего не надо, кроме вот этого. Конечно, мы вместе с вами дальше будем кушать и посмотрим, что со мной произойдет, потому что я знаю, что я все равно люблю очень готовить, люблю салаты смешивать и зелень сильно люблю. По еде это пока все. Я, кстати, планировала рассказывать и есть, но это же невозможно жевать и говорить. Вот, так что сейчас я прямо при вас наконец-таки на камеру нормально что-то съем. Нет, я не играю на камеру сейчас, когда я ем. Договариваемся с вами, я не играю. Я вообще не умею. Не люблю вот эмоции насчет вкуса или то, что мне что нравится. Притворяться ненавижу. Это реально вот я его положила в рот, у меня просто все так и кислое, и сладкое, и вместе, и как-то даже свело, и вместе с этим с вкусным очень. И текстура, боже мой. Сейчас выключу камеру, продолжу наслаждаться сама. Наверное, еще пришла вот эта осознанность в еде немножко. Хотя мне вот тут говорят, что-то я немножко зацикленная. Может быть, не знаю.
Я так долго не ела, что мне хочется все это сильно прочувствовать, очень хорошо прочувствовать. Я это делаю. И, возможно, поэтому я очень хорошо наедаю сейчас. Потому что порции, по сути, очень маленькие, и мне больше не надо. Не знаю. Пока так. И у меня, кстати, здесь в центре сейчас будет обед, и, типа смузи опять мне дадут. Но я вот ем манго, так что я чуть позже пойду и сниму вам его тоже. А если вы не видели видео про голодание, то, конечно же, обязательно ссылки оставлю. Они уже должны быть выложены перед этим видео, по идее, как бы логично. Вот, ну и Инстаграм тоже. Приходите в Инстаграм. Как и говорила, я пришла в сад. Это красиво. Вот у меня здесь, похоже, свекла и что-то это еще. Яблочным соком. Очень сладко кажется. Ну, так, нормально. Свекла, это все. Ничего такого. Сейчас наемся очень сильно. Я пообедала и смонтировала это видео. И вот стало ясно, что оно уже достаточно длинное. Поэтому я продолжу снимать эту же тему. Но увидимся мы с вами уже в следующем видео. Сейчас я прощаюсь. Всем пока-пока. Надеюсь, оно вам понравилось. Оставляйте фидбэк в комментариях. Мне будет, правда, очень приятно почитать. Тем более, что я давно не снимала и как бы вливаюсь обратно сюда, в ютубчик.